Відкрита трибуна. Який дитсадок краще, комунальний чи приватний? Приватний. І питання. В дитячих садках плохое питання, ну і, звісно, там відношення к дітям зовсім інше. І манера преподавання, і багато чого. Думаю, что коммунальный, если там все правильно поставлено, потому что как бы у них опыт больше. Думаю так, это мое мнение. Не всегда частные сады бывают честные и правильно все там. Особенно, что касается питания и всего остального. Ну, я вважаю, и в тому є свої плюси, є мінуси. Комунальний – це, звичайно, по грошах дуже зручно. В приватному, мені здається, більш доступні сучасні техніки, методи у вихованні, в розвитку дитини. Я считаю, что лучше государственный садик. У меня самой двое детей. И однажды мы уже имели очень неприятный инцидент с частным садиком. Поэтому после того, как мы поступили в государственный, я считаю, что он намного лучше. Краще, конечно, детсадок коммунальный, потому что он проходит всякие проверки, там аттестация идет воспитателей, питание, если бы, конечно, улучшено было питание для детей. А частный детский сад – это опасный детский сад, поэтому не рекомендую туда водить детей. Я думаю, коммунальный детсадок краще, потому что на данный момент не все смогут себе позволить приватный детсадок. И це дуже спірне питання на рахунок того, які кваліфіковані чи не кваліфіковані працівники, які можуть діти туди потрапляти. Ну, я думаю, це вибір кожного свій. Відкрита трибуна.